События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Я хочу в этой связи задаться вопросом, но разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Но мы не должны, не имеем права и не можем позволить себе руководствоваться эмоциями. Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира. Кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех. Заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. Массовые беспорядки, произошедшие 29 октября в Республике Дагестан, являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа Российской Федерации. Они были инспирированы теми, кто уже неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России. Реализация очередной деструктивной акции, непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который, в свою очередь, действовал руками осевших там отъявленных русофобов. Оперативность заявлений и публикации Зеленского, а также их содержание, являются прямым свидетельством того, что информационная диверсия, предпринятая киевскими спецслужбами, носит скоординированный характер. It's classic Russian rhetoric, isn't it? When something goes like bad in your country, you just blame somebody else, blame it on outside influences. The West had nothing to do with this. This is just hate, bigotry, and intimidation, pure and simple. And a good leader, a decent leader, would call it out for what it is, the way President Biden has called it out here in this country, instead of blaming the West for something and pushing it off to somebody else. I think you all saw what happened in Dagestan, Russia, yesterday, and what can only be described as a chilling demonstration of hate, bigotry, intimidation. Some people have compared it to the pogroms of the late 19th and early 20th century, and I think that's probably an apt description, given that video that we've seen out there. Local provincial officials certainly came out pretty swift to condemn this mob. Ми маємо тверезо оцінювати російську систему. Вони мобілізували всі сили,
щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію при цьому забруднили таким рівнем ненависті та деградації, що вже вдруге за цей рік в Росії втрачається контроль за подіями. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупиняє, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром. Це все сигнали того, що Росія поки може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно.